Тверские школьники рассказали о выдающихся земляках, деятелях искусств, которые жили и работали в Верхней Волжье. О жизни и творчестве известных актеров, художников, музыкантов, поэтов ребята сняли короткометражные документальные фильмы, которые были представлены на фестивале «Тверская культура в лицах и событиях». Мероприятие организовано под эгидой Общественной палаты города. Кто вдохновил авторов любительского кино и как шла работа, расскажет наш корреспондент. Церемония открытия фестиваля состоялась в концертном зале детской школы искусств имени Андреева. Организаторы – директор учебного заведения Наталья Богданова и руководитель телевизионной студии Андрей Ульянов. Ребят, желающих принять участие в фестивале, оказалось немало, рассказывают инициаторы. Это школьники и учащиеся школ искусств. Мы решили провести фестиваль, в котором покажем фильмы, где дети расскажут о писателях, поэтах, художниках, музыкантах. Таких фильмов они создали уже более 20. Вот мы отобрали 12 лучших фильмов. Приезжают ребята из Вышнего Лачка. Там очень активно они работают над этой темой, вспоминают своих земляков. Эти работы были показаны на открытии фестиваля. К созданию фильмов юные авторы подошли по-взрослому. Сами писали сценарий, снимали, монтировали, озвучивали. Среди участников Ульяна Юшкова из Вышнего Волочка. Герой ее короткометражки – художник Юрий Кугач. Выбрала из множества предложенных фамилий именно эту не случайно. У меня бабушка была знакома с Кугачом лично, и она как-то рассказала про него. Я увидела в списках его фамилию и решила попробовать. Сначала возникли проблемы с сбором информации. Все-таки я расспросила у бабушки, это одна информация, найти биографию, что-то такое, это еще труднее. Также работы были посвящены композитору Александру Александрову, музыканту Василию Андрееву, дирижеру Виктору Попову, композитору Николаю Сидельникову. Среди зрителей были участники фестиваля, представители администрации города, общественной палаты и общественных организаций. Общественная палата – это один из партнеров конкурса. Нам это интересно. Это здорово и в плане патриотического воспитания, и в просто самореализации детских талантов. Это позволяет с нашей точки зрения ребятам определиться, кем они хотят быть в будущем. Пусть они попробуют стать режиссерами, сценаристами, операторами. В Тверском регионе активно развиваются детские телевизионные студии. Их воспитанники участвуют в конкурсах и фестивалях фильмов, в проектах патриотической направленности. Например, «Молодежь помнит», где снимают ролики и рассказывают о подвигах своих прадедов в Великой Отечественной войне.